Итак, друзья, появилось очередное обновление. Захожу в обновление, проверить наличие обновлений. И смотрите, здесь у меня появилось обновление 21H1 для систем на базе процессоров X64 июня 2021 года. То есть мне предлагают перезагрузить сейчас, то есть скачивайте, устанавливайте. Значит, ну, я не знаю еще, что добавить. Сейчас скачаю, установлю, посмотрю, что изменится. Но ничего не изменится, просто улучшится работа процессора в Windows 10 новом. Также, друзья, очередное обновление уже будет второе в этом году. Будет уже 21H2. И будет оно осенью и внесет ряд изменений в дизайн интерфейса Windows 10. Ждем его, будет где-то осенью. Ну а пока просто скачиваем обновление, переустанавливаем ПК. Всем пока, до свидания.